Привет еще раз. Короткий обзор на автомобиле MG7. Под капотом мотор 2 литра турбо, бензина 249 сил, 19-е колеса, камеры кругового обзора, панорамная крыша огромная, цвет белый перламутр, безрамочные двери, окна, кожаный салон, панорама до огроменных размеров, кожаный руль, смотрите, как все выглядит. Жалко единственное, что привод передний, коробка, разумеется, автомат, задний ряд такой просторный. Платформа взята от Cadillac CTS. Cadillac CTS либо задний привод, либо волны. Жалко, что вот привод сюда вот не переместили в эту машину. Вот это антикрыло раскладывается и складывается. Тоже видео записал, тоже выложу. А кузов лифтбэк у машины. Не вижу, как открывается. Четырехствольный выхлоп, посмотрите. Резина с завода Michelin, молодцы. Вот так выглядит, да, салон. Очень красиво, конечно. Салон просторный. Прокатились на машине, тоже видео выложим. Едет очень приятно. До 100 км в час, что-то в районе 6,8 разгон. Интересная машина. А там MG5. На него тоже чуть позже снимем.